Падыход да кожнага шукаюць у младзечынскім каледжы. Прайшло ўжо 5 год з таго часу, калі ўпершыню на заняткі прыйшлі хлопцы і дзяўчаты псіхафізічнымі асаблівасцямі. Атрымаць прафесію можна па дзвюх спецыяльнасцях – маляр і тынкоўшчык. У планах пачаць падрыхтоўку швачак. Для вучняў гэта не проста шанец атрымаць дыплом, а яшчэ і магчымасць працы уладкавацца. Алена Чарняўская працягне тэму. З выгляду і не скажа, што гэты занятак па тынкоўцы праходзіць па асабістай праграме. Вучні здзіўляюць сваімі поспехамі, але не баяцца і рабіць памылкі. Толькі майстру даводзіцца часцей нешта тлумачыць і праяўляць цярпенне. Бо місія няпростая – дапамагчы атрымаць прафесію хлопцам і дзяўчатам з асаблівасцямі псіхафізічнага развіцця. Иногда этим моим деткам, я иногда их называю детки мои, ученикам приходится, я включаю классическую музыку, им даже это нравится. Они просили, Ольга Васильевна, пожалуйста, еще не выключайте, еще включите. Думаю, мне нравится классическая музыка, ну и им нравится. Более спокойная становится, более тихо, меньше замечаний приходится делать. Больш практыкі – гэта асноўны прынцып навучання груп з прыстаўкай «С» – спецыяльнай адукацыі. І менавіта ён дапамагае ўжо праз 2 гады выпусціць спецыялістаў, маляроў і тынкоўшчыкаў. Ну, прафесія довольно сложная, несмотря на то, што наносіць надо на стенку. Но бывают сложные моменты тогда, когда у нас зачеты по спецтехнологии, по социальному ориентированию. Но так, думаю, стать строительным и работать на стройке. Акрамя практичных занятков, навученцы наведываются и уроки социального ориентования. Темы выбираются житевые и актуальные. Как различиваться у краме, что такое служба занятости и чем она может допомогчи. Самая основная задача – это чтобы дети чувствовали себя уверенно в нашем мире. Профессии, которые они получают, и они уверенно их осваивают, овладевают, позволяют им работать. Весь курс рассчитан на то, чтобы дети были социализированы в нашем обществе. Працаўладкавацца по спецыяльнасці для іх не проблема. Монотонную и паўтаральную працу яны выконваюць ідэальна, а пасля размеркавання звычайна застаюцца на прадпрыемствах. Ребята, которые на последнее время особенно приходят, очень ответственно относятся к своим поручениям, которые дают ему руководитель практики, значит, выполняют работу очень хорошо. Я бы сказал, я доволен их работой. Опыта еще, конечно, недостаточно, но главное, что есть желание именно приобрести этот опыт и желание работать в этой сфере. Они более усидчивы и более ответственно относятся к своей работе. Зараз у Маладзешинском колледже на маляра тынкоўшчыка вучится каля 20 дзяўчат и хлопцев с асаблівасцямі развития. Усяго ж за 5-годовую практику специальной адукации профессию атрымали амаль 100 человек. Алена Чарняўская, Андрей Ваненко, Міншчына.